начинаю проходить Бэтмен Аркхэм Найт специально для тебя. Так что поддержи видеоролик комментарием, обязательно я прочитаю. Давай. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can. Авторские права. Вообще пиздец. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you. И чего? Блять. Надо было W нажать. Джокер превратился в котлету. This is how it happened. Вот так это случилось. Так погиб Бэтмен. Зловещий враг и одновременно товарищ Джокер, я думаю, а не Бэтмен. Джокер был кремирован 9 месяцев назад. Я сам нажал кнопку и сжег поганого ублюдка. Потом мы ждали. Готэм приготовился к неизбежной борьбе за власть, но ее не случилось. Собственно, преступность снизилась. В глубине души я ждал войны. Я просто ждал, пока кто-нибудь нажмет на курок. Прикинь. Ха. Салют, мои ребят. Это Бэтмен, это я. Точнее, Брюс Уэйн. И, короче, Брюс Уэйн вам передает такой же привет, как и я. В общем, добро пожаловать на этот летсплей по Бэтмену. Почему не стрим? Потому что стрим я сейчас не могу проводить, а интернет говно, и качество будет говно, поэтому это летсплей, и он будет не 40-минутный, а минут 20, 30, 25, чтобы было комфортнее смотреть, потому что многие не смотрят подолгу. Спасибо, без проблем. Да не за что, ебать. Большое спасибо. Чаевые, да? Ну, что выбрали? Как обычно? Без проблем. Хорошо, куриный салат, без заправки. Хотя нет, давай лучше вафли с беконом. Только жене не говори. А, он худеет, короче, коп, он худеет. Да, ему на самом деле нечего худеть-то там, что там, куда ему ходить? Ты видел его? Ему нечего худеть. С русским патрулем ему не сравнится, то есть, ну тут, ну ты сам понимаешь. Извини, если ты там работаешь, конечно, но... Что я вижу, то я и говорю, ну как бы так получается. Простите, что мешаю вам, сэр Оуэнстон, но тот парень какой-то хуй. Ждите здесь, я с ним поговорю. Ай, служба ждет, да, не до вафелек сейчас с беконом. А какой хер? Бэтмен от первого лица, теперь мы... О, я чё-то... А чё, какая резкая это, слышь? Так, ты типа Бэтмен, да? Во что рубаешь? А у него, по-моему, экран, смотри, у него экран треснутый, там же, видишь, царапушка. А к какому подойди, вот к этому херу? Эй, хер. Извини, сэр, слышь, здесь не курит у нас вообще-то. Ох, ебать, здравствуйте. Насколько мне, кстати, известно, что главным врагом в этой части, а это заключительная часть, насколько мне известно, ну, по крайней мере, на то, что на данный момент сейчас есть, это заключительная часть всей серии Бэтмен, Архэм и так далее и тому подобное. Короче, пугало. Пугало главный враг, и пугало захватывает город, и новые напасти, Бэтмен решает освободить. Воу-воу-воу-воу. Давай. Все, выпустим воздух, все правильно. Выпустим все воздух, все так. Так и надо. Это было задумано. Вообще-то во всех боевиках всегда выпускается все в воздух. А пройти нельзя мне здесь?
Понятно. Короче, очень-очень-очень большая ценца в этой игре. Для... чисто для дебилов, я не знаю, для геймпадеров делают. Сейчас были использованы лишь 100 грамм моего новейшего токсина. Завтра будет гораздо хуже. Готэм, это первое и последнее предупреждение, мать твою. Приготовьтесь к неизбежному, людишки. Ну, хотел, наверное, сказать пафосно, я за него это сказал. Короче, Брюси сейчас нагрянет, скажет, ебать, людишки, успокойтесь, я ваша защита в такую трудную минуту. Ну, так, наверное, скорее всего и будет. Кстати, давно не было летсплеев. Что ты скажешь? Ну, я думаю, ты я даже знаю, кто отреагирует на это видео. Если он, конечно, мой канал еще не покинул. Будет очень жалко, если покинул. Если нет, то ему очень нравится Бэтмен, и я знаю, кто ты. Так что мы знаем друг друга, да? То есть ты знаешь меня, я знаю, кто ты. И, в общем, все хорошо, что если ты отреагируешь, потому что, ну... нужно отреагировать, нужно. Но это вряд ли тот самый коп, но на улицах остались только те, кто наслаждается хаосом. А, это Пингви. Мистер Пингви. И этот, как его... наполовину урод, короче. Это как Фиона, только он вечно урод, наполовину только. Сейчас их практически некому остановить. В этой части появляется Бэтмобиль. Ну, если ты не в курсе, это игра от 15-го года, прям, ну, уже давным-давно должно быть всем в курсе, потому что игре 4 года, ну, или 3,5, ну, или 3 с чем-то, потому что неизвестно, как, в каком именно районе она вышла в 15-м году. И им хватило суток, чтобы отнять у нас город. Сегодня Готэм замер в ожидании, он ждет своего спасителя. И встречай, Бэтмен из будущего 2038 года. Ты сейчас спросишь, почему этот? А я решил разнообразить. Я захожу в игру, а там и есть костюмы, выбор костюмов. Так, погоди, нет, сенса это про... Кстати, фоторежим есть тоже, такая прикольная вещь. Значит, параметры игры, наверное. Кстати, играю на сложный, вот прямо сейчас тебе показываю. Режим сложный, ты, если меня самого знаешь, всегда прохожу, практически всегда прохожу игры, по крайней мере, такие как Бэтмен, то есть экшоуи, на ультра сложностях, то есть полностью сложные. Обнаружение... Так, чувствительность мыши, вот, ну просто... Что? Давай вот так вот оставим. Нет. Чуть прибавить. А вот ты смотри. А если вот так вот ебануть? Чё, вообще капец. У тебя сейчас на ютубе там такое мыло произошло. Там даже не важно, в каком битрейте зальешь видос. Там просто будет ураганный ужас. Там вот, ну, столько поставим. Хотя, наверное, столько изначально это и было. Сейчас посмотрим, короче. В общем, мне вот туда надо. Полетели. Удержание планировать, пикировать, планируя. Зацепиться зацепом. В общем, я буду менять в каждой серии, скорее всего, буду менять костюм, чтобы было разнообразие какое-то. В этой серии, в начале, мы поиграем за такого обычного Бэтмена. И опять же напоминаю, что... Ну вот он, кстати, вот это, вблизи тебе Бэтмена показываю, да? Вот тебе город, Готэм. Совершенно в новых красках, совершенно преобразившийся с того момента, как... вышел вроде как предпоследний рождественский Готэм, рождественский Бэтмен, это Origins, который... В общем, вспоминаем, как летать, вспоминаем вот это все дело. Здорово, это Гордон, да? Гордон, здорово, я так рад тебя, ёпта, видеть. Извини, мне пора идти, береги себя, Барбара.
Барбара Уиткис. А ты не разучился эффективно появляться? Или эффектно? Ну как там ситуация? Ну полный пиздец. И разврат, хаос, и смятение, буйство, ураган, тревога. Что еще там перечислить надо? Есть сведения о нем. Мы отслеживаем неопознанную военную машину, мчащуюся по китайскому кварталу. Это все, что нам известно, но затем машине удалось от нас ускользнуть. Ну, естественно, полиция же не очень эффективно работает. Если снова обнаружите, в бой не вступайте, я с ним займусь сам. Думаешь, Пугало настолько безумен, что решится применить химическое оружие в Готэме? Джим, я не дам этому случиться. Ведь я Бэтмен. А в Бэтмене скрывается самая счастливая душа Брюса Уэйна и самая добрая совесть, наверное, на всем свете белом, наверное. А может быть и нет. Но знай, у твоих родителей гораздо лучше совесть и намерения и так далее и тому подобное. Ну а Бэтмен — это как воображение твое, и оно может оставаться воображением так далее и тому подобное. Опа. Компьютер какой, нихуя. Я такого еще не видал. Уже работаю. Как там папа? Он держится. А я не понимаю, Оракул, она же, ну, не просто же так назвали Оракулом, а не Барбарой. Значит, она в итоге скрывается от отца, что она работает на Бэтмена, да? А Бэтмен, в принципе, держит ее рядышком с собой, чтобы с ней ничего не случилось. Правильно я понимаю? Ну, то есть, как бы... О, вспоминаем. Вспоминаем немножечко, как там нужно летать нам. То есть, опа. Двойным пробелом, и я пропускаю точку свою. А, нет, погоди, что это я пропускаю? Это вон моя точка-то, ну. Уху! Ускоряться на двойной пробел, это я вспомнил, хорошо. Здорово, пацаны. Бах. Куда ты собрался? Ну, Бэтмен, как и в старые добрые времена, прилипает к врагам очень четко. Насколько мне известно, тут немножко даже лучше сделали боевку, то есть она стала более крутой. Ну, куда же может быть круче, да, по сути? Куда ты разогнался, дружок? На, сука, похлебалу. На тебе тоже разочек. Опа. Контрудар, нахуй, сучечка. Теперь оружие все светится, может их можно подбирать. По сути, их и до этого можно было подбирать вроде, да? Я не буду особо жмякать много раз на кнопку ЛКМ, потому что вы ее будете слышать, и это будет пиздец. Ах ты, сука, успел раньше меня, смотри. Это будет, конечно, не особо реалистично, ну, точнее, не особо экшово, ебать. Ну, кстати, заметьте, вот в этот раз Бэтмен расправляется даже с такими гадюками, как вот, ну, с этой толпой гораздо быстрее, чем раньше. Не оставляй меня, пожалуйста. Да, без проблем, чувачок. Ты в безопасности. Ты уж думал, что тебя убьют? Да не, нихера. Сейчас, наверное, появятся как раз... А, кстати, в этой части еще появилась, по-моему, первая разрушаемость. Город захвачен, у нас никаких шансов. У вас никаких, но у Бэтмена-то, ебать, много примочек своих. Уравниваю шансы. Ну, это, знаешь, это настолько пафосно звучит, что... И вот, пожалуйста, появляется, по-моему, Бэтмобилка. Кстати, у которой тоже другой скинчик, сейчас ты увидишь. Если ты играл, то ты знаешь, что это другой скинчик. Немножко другой. Вот это да, мать твою, блядь. Это настолько пафосно, насколько возможно. Я думаю, что мне пора сменить трусы. Ну, то есть ты понимаешь, о чем я, да? Патрульная машина начала преследование. Передаю ее координаты. У него даже вот в прорезях колодки между колесами, короче, есть эти. Давай. А, нет, скин, кстати, не поменялся. Очень странно. Я же его поменял, но он не поменял. Ну, я хрен с ним, как бы. Фиг с ним вообще. Так, ну-ка. Есть тут вообще этот, как его? Нету, наверное, да? Резкий старт, тормоз, задний ход, раз... Воу-воу-воу, пока читал, ребята, пока читал. Пусть этим займется Бэтмен. Тихо-тихо-тихо. Ой, хорошо, как, а? Ну? А, ЛКМ. Что, ЛКМ, на ЛКМ пускать ракеты? На, сука, падла. Ах ты, как по мне попал-то вообще? Ой, красота!
выйти из Бэтмобиля. Воу-воу-воу, звук аж подлагал, ты слышал? Это настолько было пафосно, что аж звук подлагал. Допросить бойца, если рядом. Допросить, если рядом. Я рядом. Ой, ты измазался в грязи, чувак. Ты весь лысый. Странно, на тебя не похоже. Где пугало и где черту? Кстати, по-моему, черт не являлся врагом у Бэтмена. Почему он нас туда посылает? Странно. Говори, говорит, или я тебе переломаю твой хуй. Правда, там нет костей, но все же. Если ты не соврал, то я сломаю тебе второе яйцо. Химический анализ. Что? Так это же Бэткоготь, только с каким-то этим... С какой-то внутряночкой? Или чё? Оракул, проверь химический анализ, который я тебе отправил. А, конечно, это то, о чем я думаю. Откуда мне... Какого нахуй я же знаю, что ли? Ты чё? Не знаю, знаешь ты или нет. Короче, да ладно. Ну, погуляй рядом склад, я нанесу ему визит. Будем надеяться, теперь дело двинется. А, пробел, усилитель крюка удерживать при зацеплении. А, так это я знаю. А куда мне? Ну, туда, да? А давай повыше, можешь? У-ху! Смотри, нацеливается Бэтмен и все же подлагивает немножечко сам Бэтмен. То есть он подергивается, не подлагивает, я неправильно сказал. Опа! Ой, красиво! Вот этого движения не было. Вот этого мувчика вообще прям не было. Ну ты понимаешь, да, о чем я? Ой, красиво. Ой, замечательно. Ой, превосходно. Ой, Alt-1. А чё как неудобно-то? Ты понял, да? Alt-1. Нокаутировать. В смысле нокаутировать? Ты его не нокаутировал нихера. На, разочек. Ну тут даже скины, смотри, скины разные для типов сделали. Ну, правда, и до этого тоже были разные. Ну, естественно, парадный вход всегда закрыт. Давай попробуем через тот, который не ожидают нас увидеть. На какую-то... Ой, воу-воу-воу-воу, ага. Их нихера, их там... А, ну да. А, решающий удар. Сюрприз, мазерфакер! Надо было сказать, но я что-то немножко подзапоздал. Но лучше поздно, чем никогда, естественно. Можно нажимать, короче, но это неудобно. Было бы удобнее нажимать на геймпадах, конечно же. Но так как я вначале немножечко произнес про геймпад очень плохо, поэтому ядовитый плющ. Вот это уже интересно. Смотри-ка, это какой-то типок, какой-то военный. Ты хотел найти меня, Бэтмен? Вынужден тебя разочаровать. Посмотри на камеру. Я хочу, чтобы ты прочувствовал свой страх. А, не свой, ну вообще не важно. Послушай, мышка. Мы сейчас отсюда тихонечко выйдем. Будешь дергаться, я вышибу ей мозги. А, мило, но только один из нас выберется из этой клетки. Yes! I don't know! А, нет. I know it's time, summer. Я знаю, что ты делал этим летом. Но я не силен в английском, но ты понял, что я хочу донести. Я знаю, что он делал этим летом. Если сейчас, конечно. Ну, сейчас вроде не лето, сейчас похоже на осень. Бесконечные дожди, вся херня. И, в общем, мы встречаем плюща. Плюща мы встречаем. Что ты здесь делаешь? Почему Бугало запер тебя? No, hello. Даже не подозревай. Даже говори. А если я не хочу? Тогда я сожгу все растения в Готэме.
Все началось со встречи. Какой встречи? Там были все. Пингвин, двуликий, загадочник. Даже близняшка Харли. Около сказал, что у него есть план. Он предложил объединиться против тебя, а потом захватить Готэм. Только через мой труп. На то и был расчет. Я сказал, что мне не интересны его глупые игры, и так, когда я пришла, он запер меня в этой комнате. Ага. К несчастью для него, этот мерзкий яд на меня не действует. Ей, чисто говоря, похер. Природа всегда побеждает. Она опять наебала нас, мать твою. А когда-нибудь что-то там. Да. Получилось не очень. Но походняк. Ой, анимированные сиськи. И Бэтмен перед нами. Ты пойдешь со мной, сосочка, красоточка. Стоит попросить только. Что не так? Хуйня случается. Бэтмобиль, твой выход. Вперед, вперед! Вижу цель, сэр, мы загнали его в угол. Стоять! Ты уверен, что это он? Подтверждай, это Бэтмен. Блять, нет, все гоняют в таком костюме. Сэр, это тот танк, который это там, что-то там. Равно, нихуя как сложно, слышь? Хорошо, что это не шестерка русская. Не шаха, так скажем. Она бы заглохла по пути и подвела бы, пиздец. Мой выход, сучки. Пиу-пиу-пиу. Звездные войны, Batman Edition. Боевой режим. А, я понял, понял. Давай, 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 вылезай. Сменить камеру, а как? А первого лица тоже можно. Не, давай вот так вот как-то. А, надо подорвать здесь. Воу. Воу-воу-воу, где? Ой, хорошо. Ой, красота. Ах ты, сука. Нормально. Ой, молодец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, промазал. Лох ебаный. В танки мне не играть. Ой, круассан. Ой, четко было. Ты видел, да? Не, ну это моя игра. Это я могу. Ну да, игра стала радовать геймплеем на самом деле. А то раньше одни только политушки были, да и все. А здесь и политушки, и покатушки, и за девушкой ухожушки. То есть тут все, тут, блядь, тут просто превосходно все. Там вообще-то было два места. Давай автопилот поведет, а мы там это посидим вдвоем. Спокойно, наконец-то, ну. То есть людей, блядь, убивать можно, а этим заниматься нельзя, да? Но это, ну, это сразу видно, сука, детская игра, эх, бля. It's time to stop. И мы здесь остановимся, ребят, потому что, ну, я же обещал, что серии будут небольшие. А, собственно, спасибо тебе за просмотр, это, если ты это сделал, если ты поддержал видеоролик, и в том числе мой канал и меня. Огромное тебе спасибо. Ну, в общем, давай. Салют, ми, ребят. Это было в начале. Дебил. Я не знаю, как прощаться. Все. В общем, пишите что-нибудь. Что-нибудь там нажмите. Ну и... Всем удачи и всем. До встречи в новом бэтменском ролике. Ну и в других роликах. Пока. Спасибо за внимание. При желании можешь оценить левый или правый видос. Адьос.